Да, меня зовут Денис Тимонин, я архитектор Deep Learning Machine Learning решений в компании NVIDIA. На слайде мой email мы сегодня поговорим про распознавание речи. И про распознавание речи и такой инструмент, как библиотека NeMo от NVIDIA. И потому что эти две сферы очень тесно связаны, эти две темы, и углубимся в них немного. Давайте, что такое в целом распознавание речи? Сейчас, извиняюсь. Что такое в целом распознавание речи и вообще conversational AI? Conversational AI – это направление, которое набирает все больше обороты, потому что, в принципе, составные кусочки для этого у нас готовы, и мы хотим получить целый пайплайн. Что такое conversational AI? Это возможность общаться с там, компьютером какой-то системой, AI-системой, да, или цифровой системой, используя натуральные интерфейсы, такие как голос, да, или текст, но в данном случае голос мы будем рассматривать, общаться, передавая голос нашему компьютеру. Компьютер будет проходить несколько этапов и давать ответ в идеале тоже через голосовой интерфейс нам. В результате это очень классно, классный интерфейс и классный пайплайн в целом для людей, потому что людям не приходится учить какие-то новые фишки, чтобы взаимодействовать с компьютером. Языки программирования, какие-то интерфейсы ввода, терминалы, клавиатуры и все прочее. И эти голосовые интерфейсы и conversational AI очень удобны во многих вещах, да, то есть во многих направлениях, во многих сферах жизни. Они потому что естественны, они могут быть использованы в автомобиле, где нужно не отвлекаться от дороги, в сфере общения между людьми на разных языках. Тут очень много разных кейсов в умном доме и все прочее. Я не буду углубляться. В этом много есть различных проектов, про которые можно посмотреть в интернете. Да, оно состоит из основных трех этапов. То есть первое у нас, как правило, идет распознавание речи. Если говорить в целом про conversational AI, это перевод голоса, речи, звуковой дорожки в текст. Второе – это natural language processing, когда мы обрабатываем тот текст, который пришел запрос от какого-то пользователя, предполагается, да, ну, в данном случае живого человека, обрабатывается какой-то нейросетью, чтобы понять суть, что сказал человек, вытащить какие-то ключевые фразы, понять, как ответить на этот, да, как бы задетектить эмоциональность посыла и все прочее. И дальше текст может быть преобразован компьютером уже в речи, и ответ может в виде голоса, опять-таки, звуковой дорожки быть передан человеку. Мы концентрируемся на ISR только и только его рассмотрим, да, из данной цепочки. Что такое ISR? Это распознавание речи, это вот как раз-таки преобразование звукового сигнала в текст. И это самый распространенный кейс ISR, да, который рассматривается. Есть еще подзадачи различные, классификации звукового сигнала, поиск конкретных кусочков, которые нам интересны в звуковом сигнале, то есть какой-то типа детекции, классификация. И есть еще отдельные подзадачи разделения звукового сигнала на несколько дорожек. Например, разделение, когда у нас много говорящих, и все это в одной звуковой дорожке на один микрофон записано, много людей общаются, мы хотим разделить эту звуковую дорожку на несколько, да, отдельных сущностей, где вещал как бы один человек только. И, но все эти задачи так или иначе часто связаны с вот, основной базисной вещью, как преобразование в текст, и очень похожи по своим архитектурам нейросети, которые используются для решения этих задач. Сразу дам список просто очень полезных штук. Статьи, какие-то ссылки на короткие лекции на YouTube, одна даже тут лекция, ссылки на блокпосты на медиуме и на пейперы на архиве, которые позволят вам быстро вкатиться там за несколько дней в SOTA ISR в текущий момент времени и начать практиковать это и применять, и делать своих ботов дома, запускать на своих ГПУ какие-то свои детекторы, делать аналог Алексы или все прочее. Вкратце, Стэнфордская лекция про ISR. Там много теорий и история того, как ISR развивался. Я не буду сейчас в это вдаваться, потому что времени не так много. У нас есть моя лекция больше про то, как раз-таки больше практическую сторону затронуть, как быстро вскочить в сферу распознавания звука речи и быстро начать в ней как бы разбираться, пробовать различные вещи и так.
делать какой-то ресерч. Лекция Стэнфорда про историю и различные математические вещи, такое как, ну там, базовые такие сота, какие-то годы назад сота версии нейросети типа LAS, LOS, CTC и все прочее. Дальше есть блок отличный про спектрограммы, почему, зачем и что, почему спектрограммы, что такое мел спектрограммы, аугментация, спек-аугмент и объяснение в Medium-блокпосте, как аугментировать данные для обучения ISR нейросетей, end-to-end, cut-out тоже аугментации, архитектура нейросети определенная, мы сейчас не будем рассматривать, но про нее можно посмотреть, она немножко отличается от того, про что мы сегодня будем говорить. Архитектура, про которую мы сегодня будем говорить, это компания NVIDIA для распознавания речи, Jasper, QuartzNet и C3Net, они указаны в одном пункте, потому что одна вытекает из другой. То есть мы вначале был Jasper, он улучшился до QuartzNet, и тот улучшился до C3Net. CTC loss, который очень важен, да, и несколько статей про объяснение, и transfer learning block loss, про то, как ISR можно в предобученной модели можно transfer learning и fine-tunить на других языках, про это тоже сегодня поговорим. Часть из этого мы сегодня обсудим. В конце еще будет отдельный пример Jupyter ноутбука, в котором мы запустим ISR нейросеть и обучим свою ISR нейросеть быстро. И посмотрим просто, как вам приступить быстро к решению этих задач. Так, начнем мы с NeMo. И дальше будем разговаривать про NeMo. Что такое NeMo? NeMo – это toolkit от компании NVIDIA, который решает в целом проблему и решает задачу conversational AI. Это toolkit, который содержит в себе три основных таких блока. Это, скажу так, это фреймворк поверх языка, поверх PyTorch, сделанный, очень хорошо написанный, в котором есть три блока. Это блок с кодом Voice Recognition, Natural Language Processing и Speech Synthesis. То есть как раз-таки вот эти три блока, которые позволят вам собрать из NeMo готовый пайплайн чат-бота, голосового помощника Джарвиса, да, из Железного Человека или что-то в этом роде. Он open-source, он лежит на GitHub, и это вот три основные составные части. Мы будем концентрироваться на NeMo ISR, но суть в том, что все остальные блоки тоже похожи по дизайну, по архитектуре, и вам довольно просто будет перескочить на них. Говорим про ISR. У нас есть входной звуковой файл, есть задача, да, ну, в данном случае тут все три этапа пройти и отдать ответ опять в виде звукового файла. Из чего состоит NeMo в целом? Это он базируется на PyTorch, как я сказал, и это классно, потому что, как мы видим, тренд в целом есть в движении в сторону PyTorch. Сверху PyTorch Lightning используется для организации процесса обучения моделей, для того, чтобы упростить вообще в целом пайплайн и экспериментирование с моделями. И да, ну и NeMo-модули, которые поверх этого строятся. Ну, это слайд про то, что в принципе у нас есть потребность NeMo. Почему? Потому что появился. Потому что есть потребность, да, данные меняются быстро, очень много голосовых данных появляется, потребность голосовых помощников все больше. Нужен инструмент, который позволяет быстро, позволил бы, имел все вместе, все инструменты вместе в простом виде. Можно было бы экспериментировать, файн-тюнить ваши модели дальше, сквозь года, да, дотюнивая их до новых ситуаций, да, под новые датсеты. Тут пример коронавируса, что сейчас, ну, очень много данных про коронавирус в медицине, и все различные эти данные нужно быстро сейчас сети, которые есть, дофайн-тюнить до новой ситуации, новых текстов, новых ответов и запросов голосовых. Из чего состоит NeMo? Почему он хорош? У нас есть... NeMo состоит из блоков. Блоки — это различные виды таких как бы классов, инстансов, которые позволяют препроцессить данные, энкодить ваши звуковые и декодить ваши звуковые фрагменты, лосс-функции, притрененные модели. То есть все это отдельные кусочки, которые есть в NeMo и которые можно комбинировать в единый пайплайн так, как вам нужно. А NeMo крут тем, что его разрабатывают команда ресерчеров в NVIDIA. То есть эта команда движется параллельно с командой ресерчеров, а команда ресерчеров в NVIDIA, Applied Research, предоставляет SOTA решения в сфере ISR и TTS, и эти модели в первую очередь встраиваются в NeMo. И принцип
такой у нашей команды ресерча, вот именно у этой команды ресерча, это мне очень нравится, он такой, что вначале мы выложим код, который будет работать, и который люди смогут взять и повторить все, что нужно им сделать там в сфере ISR и TTS, а потом мы напишем поверх этого paper, и в котором напишем, что вот есть такие, мы изобрели такой-то метод, у нас есть такие-то результаты, веры и всякое такое, такое качество наших моделей, и вы можете это взять вот тут на GitHub и сразу попробовать. Это открытый код и все в этом роде. То есть это как бы решает, борется отчасти команда с проблемой то, что сейчас очень много, знаете, да, есть ресерча, которого нет кода, которого нет пруфов, что оно так работает действительно, ну и много всяких условий. В общем, ребята публикуют, сидят, разбираются, делают классную модель, публикуют код, сразу пишут статью, это все в Немо. И это здорово. А в Немо есть система типизации. Что такое система типизации? Немо сам по себе представляет себе вот эти блоки для препроцессинга данных, нейросетей, да, какие-то кусочки. И из них выстраивается граф. Что-то типа подобие графа, который есть в TensorFlow. И дальше запускается процесс типа fit, predict, да. Все выглядит просто, но в Немо еще добавили вот эту вещь, чтобы на этапе еще построения цельного графа из этих кусочков модулей были какие-то минимальные проверки того, что вы правильно сопоставили все кусочки в единый пайплайн. Проверка типов данных на стыках, да, проверка размерности тензоров и всего прочего, чтобы вы когда запустили в рантайм ваш train вашей модели для распознавания речи, у вас, ну, вы узнали про эту ошибку, так скажем, раньше, чем вы запустили ее в рантайм или там запустили обучение. Есть встроенная сериализация удобная поверх дефолтной PyTorch-овой. Можно тренить модельки from scratch, ну, то есть да, обучать с нуля или fine-тюнить. И про это есть и блокпосты, и примеры кода. Как я сказал, Nemo базируется на PyTorch и PyTorch Lightning. А тут у нас есть еще в Nemo OmegaConf Гидра для того, чтобы в этих форматах YAML, да, допустим, хранить конфиги ваших моделей, то есть конфиги моделей и по процессу обучения. То есть у вас в YAML может храниться сама вот этот state вашего эксперимента, и это дефолтное условие для того, чтобы использовать Nemo, но это довольно упрощает процесс экспериментов, да, со временем у вас все аккуратно лежит в раздельных файлах, все те конфиги экспериментов, а сам PyTorch Lightning только цепляет конфиг и проводит эксперимент и дальше там, или воспроизводит результаты. Ну и да, за счет того, что PyTorch Lightning используется как базис для обучения на ГПУ, в нем есть простые настройки для того, чтобы запускать обучение в Mixed Precision и Multi-ГПУ. То есть параллелинг простой можно запускать, про это еще поговорим. Используется очень много где, и успешно, Nemo, и это классно. Дальше. Давайте дальше углубляться в Nemo чуть больше. В нем встроенный вообще такой end-to-end решение, современный end-to-end решение для вот вообще conversational AI и в частности для ISR тоже. То есть у нас есть нейросети, которые предобучены, есть уже для разных языков. Часть из них предобучена для русского, много предобучено для английского больше, да. И для ISR у нас есть такие модели, как CitriNet, Conformer, Jasper. Мы про них сейчас поговорим. Это просто перечисление всех моделей. А хотел бы вот сконцентрироваться на этом, какие задачи может решить сейчас Nemo. Может быть, решена просто задача. Сейчас, где она у меня тут? А CitriNet Acoustic Model — это просто задача перевода речи в текст. Matchbox.net — это распознавание ключевых фраз. То есть вы поверх голоса что-то типа Алекса или Привет, Алиса, или ну, все что угодно, да. То есть детекция ключевых фраз прямо в речи очень легковесная, в голосе прямо очень легковесная. Voice Activity Detection — это отдельные сети, которые могут детектить те кусочки, выделять те кусочки в звуковой дорожке, в которых присутствует речь. То есть, опять-таки, классификация, по сути, бинарная, но просто вот для задачи, отдельной задачи распознавания тех мест, где есть речь.
чтобы потом работать с ними, с этими местами, да. И много различных ответвлений. Speaker recognition, как я сказал, это еще отдельное, когда мы хотим узнать, идентифицировать пользователя и человека, говорящего человека, кто он, и пометить его там, либо распознать, правильно ли этот человек сейчас звонит или нет, то есть, да, поставить какую-то ему метку, может, какую-то метку конкретному этому человеку, либо классифицировать, и если несколько людей говорят между собой, отнести их к речь, восстанавливать и распознавать, какая речь какому человеку принадлежит. Про NLP я не буду пока затрагивать и TTS, потому что не так много времени, и там тоже есть, ну, дефолтные модели, все BERT-ы с различными возможностью обучать, файн-тюнить для ответов на вопросы и все прочее. Все эти сетки могут быть соединены, все эти модули могут быть соединены в единый end-to-end pipeline, который позволит вам делать полноценного такого бота или какого-то помощника с голосовым интерфейсом. Про ISR pipeline, как он выглядит в целом из простых блоков, если говорить. У нас есть на вход аудиодорожка, мы ее как-то припроцессим. Чаще всего простой самый препроцессинг – это преобразование в спектрограмму. Мы про это еще позже поговорим. Зачем это делается? То есть, по сути, аудиодорожка – это такой амплитуды, то есть сила давления на микрофон, на мембрану микрофона с течением времени. Очень простой такой входные данные, которые потом преобразуются в спектрограммы. Более информативное представление, которое потом подается в нейросети акустическая модель. Тут написано Quartznet или Jasper, но их уже сейчас чуть больше. Картинка чуть старая, мы тоже обсудим. Это наша нейросеть анализирует спектрограмму. И для конкретных кусочков спектрограммы, грубо говоря, бегая окошком, предсказывает, какая буква в каком кусочке этой спектрограммы была произнесена. Вот это наши предикшены по вертикали, это... То есть, да, по горизонтали время, по вертикали это там, буквы алфавита какого-то. То есть и темные точки – это вероятность, да, после там softmax, допустим, или, ну да, после softmax, который показывает, что именно вот эта буква, скорее всего, была сказана. И эту сетку, такую сетку и пайплайн можно обучать, используя лосс, либо дальше во время инференса запускать процедуру распознавания уже готового текста, используя гриди, жадный такой декодинг, выбирая наиболее вероятные буквы и по умолчанию используя их, либо делая beam search, когда мы несколько вариантов берем на каждом этапе для предыдущего шага и дальше их используем дальше на следующих шагах для каждого предыдущего шага мы считаем общую вероятность, перемножая вероятности и ищем максимальную вероятность спустя несколько какое-то количество шагов. Но в это я сейчас не буду вдаваться. Beam Search используется много где, не только в ISR, еще в GPT-моделях, NLP и прочее. Так, еще больше углубляемся в код. Обучение в NEMO ведет PyTorch Lightning, да, и дефолтный интерфейс PyTorch Lightning – это когда у тебя есть трейнер, который из конфига считывает параметры такого обучения для вашей нейросети. В данном случае мы передаем на вход нейросеть, которая encoder, decoder, CTC модель – это наш Quartznet, допустим, вот с этого шага. Вот эта сеть, мы посмотрим в примере, дальше код будет полноценный, полного этапа примера обучения, а она импортится просто буквально в одну строку. У нас есть тренер, в конфиге тренера мы указываем различные параметры, типа learning rate, warm-up, различные вещи лосса, как менять, если у нас циклик лосс и все прочее. И дальше у нас есть метод fit, то есть все в таком верхнеуровневом слое процесс обучения выглядит довольно просто. Заимпортили модель, возможно, уже притрененную, может, нет. Это тоже будет в примере. Заинициализировали тренер, потянули конфиг простой, и вот YAML, и запустили fit. Также можно, я привел вот два примера того, как можно включить Mix Precision. Mix Precision, вкратце расскажу, что это такое. Наверняка многие знают, но в картах, последних поколениях карт NVIDIA есть отдельные ядра, специальные ядра, которые очень быстро умеют обрабатывать матрицы чисел в формате FP16.
дефолтные ядра и до этого, которые были дефолтными, и сейчас они есть, это CUDA-ядра, которые работают по умолчанию с форматом FP32. И не с матрицами, а с кусочками, с отдельными point-числами. Вот эти специальные ядра, тензорные ядра, которые работают с матрицами целиком в формате FP16, они специально сделаны для диплёрнинга. И их нужно использовать, если на вашей видеокарте есть такие ядра, вы можете просто получить там от 1,5 до 3x ускорения, просто перейдя в режим Mix Precision. Про это есть отдельный доклад у меня на Open Data Science и много различной информации. То есть как включается Mix Precision для модели NEMO, просто дополнительным параметром в тренер. Мы говорим тренеру, что типа у нас карта поддерживает FP16, вот давай использовать этот Precision. Обучение ускорится, но тут есть в 4-5x, до 4-5x, наверное, для каких-то моделей это работает. Чаще всего 1,5-3 раза. И можно параллелить на несколько ГПУ. Я привел вот пример обучения. Если у нас несколько ГПУ, можно выбирать режим, но в данном случае это Data Parallel, чаще всего режим. Указываем количество ГПУ, на которых обучаться. Можно указывать ID-шники, там есть разные синтаксисы в скобочках, и тип акселератора DTP, DP, различные хороводы. Я тоже не буду вдаваться в это подробности через MPI. Ну, в общем, такая верхнеуровневая обертка для различных методов, способов обучения на нескольких ГПУ. Про многие из них даже не надо задумываться, вы просто указываете, хочу 2 ГПУ, там DTP указали, или DP, и все, будет норм, будет учиться быстрее. Это верхнеуровневая штука, и код довольно классно параллелится в итоге. У нас есть вот зеленая линия, это часы. Часы, они по вертикали, по горизонтали, у нас количество нот, количество ГПУ на каждой ноде и batch size, который использовался. То есть мы с одной ноды, с DGX, у нас это, скорее всего, так, с 8 ГПУ, можем скалироваться прям до 32 DGX, которые стоят рядом, ну или там объединены сетью, и на каждом по 16 ГПУ. В результате мы там за, тут, наверное, меньше даже часа получается, ну, может быть, час, может, я не знаю, трудно сказать, два. А мы можем обучить там, не вижу, что тут за модель, я взял этот график у коллег, надо узнать. Но суть в том, что скалирование работает, мы можем получать классные результаты. А VR при этом не сильно проседает, совсем чуть-чуть. То есть на какие-то десятые, может, сотые проценты. VR — это word error rate, основная метрика, показатель, насколько того хорошо работает наш speech recognition модель. Про нее мы поговорим чуть позже. То есть, используя вот этот простой код, можно масштабироваться на множество нот. Так, сейчас посмотрю, сколько у нас времени, чтобы мне понимать. Окей. Так, конфиг, про который я говорил. У нас есть возможность через конфиг задавать то, какая модель, какой эксперимент, какой learning rate, какие вармапы и все прочее. И потом этот конфиг сразу передавать в тренер. Да, вот тут, вот он. Конфиг для модели, конфиг тренер, это все один файл конфиг, который мы считали YAML, просто у него есть, ну, то есть под разделы, в нем тренер и все прочее. Вот он у нас как раз модул, параметры модели, все прочее. Очень удобно, и можно использовать различные, ну, то есть можно делать различные эксперименты, меняя просто конфиг файл. Про него тоже есть много примеров. В данном случае у нас QuartzNet сетка для обучения модели. Sample rate — это наш rate нашего входного потока аудио. Мы указываем, какой dropout нам нужен. Repeat — это количество блоков в QuartzNet сети. Про это поговорим позже. Я просто пока верхний уровень вот так обозреваю, чтобы потом углубляться в детали. Label — это количество наших символов в алфавите, то есть куда будет, в какой символ будет мапиться конкретный кусочек звука. Да? Как раз то, что нам нужно. И датасеты. Как они выглядят, где лежат и путь до файлов. Про типизацию, о которой я говорил, у нас есть в NEMO типизация, то есть есть некоторые проверки написанные, которые позволяют вам во время того, как вы, например, сделали спектрограмму размерностью там 10 на 200 матрица и там на 1, допустим, ваша сеть ждет не 10 на 200 на 1 на фото, а 10 на 400 на 1. Вот эта типизация сразу во время, перед еще обучением, вы получите ошибку за счет вот этих проверок, которые у нас есть. Также проверяются типы. Есть некоторые нестыковки между
входными данными. Некоторые модули не могут быть особо состыкованы. Например, спектрограмму мы не можем передать, не всегда логично передать в какой-то модуль, например, там NLP, и эта проверка может ворнингом выскочить. Но про это можно тоже будет глубже почитать, пока не стоит глубоко в это погружаться. Весь пайплайн обучения выглядит так. У нас есть аудио, при процессе, как я сказал, спектрограмма, акустическая модель, предикт и CTC loss. Сети, вот тут уже полный список, Citrinet Conformer добавились, Jasper, QuartzNet и Citrinet — это сети, которые эволюционировали одна, ну, за другой появлялись. При этом из Jasper появился QuartzNet, из QuartzNet — Citrinet. Conformer — отдельная модель, которая была представлена Google. У нас есть ее модификация Conformer CTC, которая была, обучалась CTC лоссом в данном случае. И это то, что есть уже в нашем фреймворки. Про пайплайн мы уже говорили. То, что у нас есть возможность, ну, на данном слайде основная информация, это то, что файн-тюнинг, есть возможность файн-тюнить наши модели, либо обучать с нуля, вы можете либо подготовить ваш датсет ваших голосовых файлов там в WAV-формате, допустим, и транскрипции для них. Мы посмотрим, как делать транскрипции. То есть, что, каково текстовое соответствие должно каждому во файлу, да, присутствовать в описании, в разметке, какая текстовая информация. И это нужно для того, чтобы обучать модель from scratch. У нас есть возможность обучать fine-tunить модели. Скажу сразу, что голосовые модели довольно хорошо fine-tunятся. И тут очень сложно сказать, на каком языке предобученная модель будет хорошо файн-тюниться в какой язык, потому что на слух, чаще, когда на слух похожи языки, чем более похожи языки на слух, вот так я скажу, тем более хорошо зафайн-тюнится модель с одного языка на второй. При этом даже с английского на русский язык очень хорошо файн-тюнится модели. Про это есть ссылка, которую вот я вначале показывал, последняя ссылка в списке. Даже с английского на русский язык у нас есть возможность обучать модели, брать предобученную на английском, потому что много размеченных данных есть на английском, и дальше обучать на своем небольшом или меньшем датасете, чем был английский датасет, но русском. И теперь и модель будет показывать лучшее качество, чем ежели бы мы с нуля обучали целую сеть без файн-тюнинга просто на русском датасете. Это делается довольно просто. Про аугментации. Вот этот пайплайн у нас, который я говорил, у нас есть feature extraction, подготовка спектрограмм, модель нейросети, да, и дальше predict. Вот feature extraction и спектрограммы, мы знаем, что лучше модель нейросетевая генерализуется и как бы показывает лучшее такое качество поверх разброса diversity различных данных входных, и лучше обрабатывает новые входные данные, которые не присутствовали в обучающей выборке, если мы добавляем аугментации поверх наших, да, входных данных train-выборки. И в данном случае у нас спектрограммы, и спектрограммы немножко отличаются от картинками, хотя аугментации довольно похожи. То есть мы можем применять, и в Nemo есть эти модули, которые можно сразу коннектить буквально одной строкой в ваш пайплайн обучения. Есть возможность подключить cutout аугментацию, когда мы просто маскируем, которая есть, кстати, для CV-задач Computer Vision, когда мы просто маскируем квадратиками кусочки наших входных картинок, в данном случае спектрограмм. То есть у нас вместо каждой картинки может быть спектрограмма, как будто мы вырезаем, как бы маскируем кусочек какого-то слова на какой-то частоте. И тем самым модель будет становится более робастно, устойчива к таким каким-то пропускам, шумам, обрывам в связи, да, в разговорной речи, которая бывает, например, в телефонных разговорах и все прочее. И спек-аугмент. Спек-аугмент — это три основных аугментации. В спек-аугмент — это статья, по-моему, от Гугла, я точно не помню. Это когда мы берем изначально входные данные, мы определенным образом, с определенным кернелом можем сделать сжатие и удлинение отдельных участков нашей спектрограммы. Вот эта спектрограмма — это речь просто представленная, то есть вправо идет временное время. То есть мы начали говорить, например, «Привет, Денис», скажете. Допустим, спектрограмма для этого выглядит вот так. То есть мой голос, разбитый по частотам, частоты вертикали, по вертикали,
вот эта фраза, допустим, выглядит так, и spec augment первое, что может делать, он может сжимать некоторые участки, как будто бы я какую-то букву говорил быстрее, привет, Денис, да, а какие-то, наоборот, разжимать и пока делать более замедленными. Это как бы аугментация на... Так, а сейчас слышно? Наверное, да. Да, вижу, что слышно. Вот, и у меня наушники почему-то отключились, извиняюсь. И да, может разжимать какие-то участки, как будто бы медленное, более медленное проговаривание было. Дальше он может перезатирать какие-то частоты, аугментация, предложенная, по-моему, да, опять-таки командой Google. То есть по каким-то частотам нет просто сигнала. И затирать, опять-таки, какие-то куски, какие-то буквы в данном случае. В данном Денис, если у нас есть вот эта буква, о, привет, да, вот это первое слово, допустим, вот это, допустим, буква Т. Мы просто начало буквы Т оставляем, конец убираем, как будто бы это обрыв связи, ну, что-то в этом роде. Эти аугментации очень хорошо работают. Это базис, который есть в списках там. Я просто его кратко обозрел, чтобы вам было понятно, что за аугментация сейчас используется для тренировки SOTA моделей. Да? Дальше. И вот как эти аугментации используются в NEMO. У нас есть различные noise, но есть вообще еще дополнительные вещи, которые я не добавил. Это добавка noise различного. И вот как инициализируется, у нас просто есть модуль perturb, который добавляет, есть возможность сделать инстанс класса noise аугментаций, и он будет просто добавлен в наш обучающий как бы датасет, поверх датасета во время обучения отдельным модулем. Это тоже будет в общем пайплайне обучения. В конце, в примере, мы посмотрим чуть глубже. А, вот тут еще важная вещь. У нас еще есть библиотека DALI. И сейчас происходит такой коннект между разработчиками NEMO и DALI. Библиотека DALI, вкратце скажу, это аугментации картинок. Изначально была библиотека для аугментации картинок на КПУ. И с целью более быстрого предобработки или добавления каких-то артефактов в картинки, чтобы, да, обучались нашим CV-модели более хорошо. И на GPU все эти трансформации, аугментации делаются быстрее. И это выгоднее получается. В целом пайплайн обучения ускоряется. В этом была суть DALI. Делать это не на CPU, а на GPU. И сейчас аугментации для аудио тоже в процессе интеграции в библиотеку DALI. И DALI будет, возможно, такой единым интерфейсом для аудиоданных, для картинок и всего прочего. И в целом пайплайн обучения еще ускорится. Модели, которые входят, я пропущу этот слайд, тут много метрик и моделей, мы еще углубимся в них, посмотрим, какие есть модели. Вот он, да, я отдельно их вынес, полный список моделей, которые есть. ISR-модели. Это модели Jasper, QuartzNet и C3Net. Это вот те модели, которые эволюционировали одна из другой. И есть отдельно конформеры. Модель, которая от команды Google и которая с небольшими изменениями в виде сети лосса и оконной функции. Эти модели есть предобученные, есть ссылки на них. Предобученные английские версии, уже есть русские для некоторых, итальянские, китайские. Вот русский QuartzNet предобученный есть, с ним можно уже брать и играться. То есть можно записывать свой WAV-файл, подавать предобученному QuartzNet, и он будет где как бы распознавать ваш голос и преобразовать в текст. Да, у QuartzNet и у различных нейросетей есть параметры 15 на 5, 512. Это чуть... Мы углубимся в это чуть позже, но основное, что нужно понимать, 15 на 5 это просто размерность, это числа повтора, количество раз, как был повторен блок внутри сети. 15 раз был повторен один и тот же блок размерностью 5, в котором внутри 5 повторов еще другого блока. Это просто как бы показатель размерности объемов сети. Потому что сеть довольно прямолинейная и проста, но ее можно масштабировать, просто повторяя блоки один с другим, как, например, в NLP attention головы, да, слои attention мы можем повторять один за другим, и чем глубже, тем, в принципе, может быть лучше. А более сложные зависимости между текстом мы можем наблюдать. И тут то же самое.
Это были сети, предобученные для распознавания при вызывании речи в текст. Отдельно есть сети, предобученные для классификации речи. Это как раз, как я сказал, детекция различных команд в речи. Да, привет, что-то там, чтобы детектировать какое-то ключевое слово и производить какое-то действие, именно это слово. Или детекция вообще речи в целом, есть ли на этом участке звуковой дорожки речи или нет, это тоже классификация. Есть еще отдельно классификация сентимента поверх звуковой дорожки. Вот, эти сети называются MatchboxNet и MarbleNet для детекции и для классификации различных участков нашей речи и отнесение их к какому-нибудь классу. Есть тоже предобученные ссылки. До них пока что русские модели, по-моему, еще не дошли. Русские версии надо проверить, может быть, уже есть апдейты. Скажу сразу, что очень открыта команда NEMO для контрибьюта. Можно обучать сети писать в NEMO на каких-то небольших даже датсетах, которые вы собрали сами контрибьютить, и это будет очень круто, и почет, и уважение, и благодарность от сообщества, и AI-сообщества в России и в мире. Да. А отдельно есть еще ISR, предобученные модели для... да, это спич-классификация только для распознавания уже человека. То есть у нас надо отнести как раз-таки на конкретном участке звука, какого-то звуковой дорожки, и распознать, что за человек эту речь сейчас говорит. То есть мы, по сути, можем преобразовать какой-то кусочек речи в спектрограмму, на этой спектрограмме вытащить ключевые фичи, преобразовать их в имбеддинг, вот эти сети так и делают, и дальше отнести этот имбеддинг к какому-нибудь кластеру. То есть отнести, если этот имбеддинг по своим характеристикам похож на человека номер один, а по расстоянию там косинусному, еще какому-нибудь, да, эвклидову и все прочее, то это, ну, то есть мы убеждаемся, что сейчас фраза была сказана человеку номер один с такого-то времени по такое-то. Если человек номер два, мы опять-таки можем это распознать. Есть примеры и обученные сети, и есть speaker deerization, это как раз-таки вычленить отдельно речь одного человека из множества людей, которые общались на данной звуковой дорожке. Но это задача, по сути, комбинация двух там предыдущих задач. Мы детектируем вообще voice activity detection, начали делаем, понимаем участки, где у нас есть вообще в целом речь, а не тишина. Дальше с предыдущего слайда сети мы распознаем, где какой человек, а дальше выбираем фразы одного человека просто в отдельный аудиофайл. Все. Давайте чуть поговорим. Так, сейчас у меня был еще, по-моему, слайд. Нет, все правильно. Это основные задачи, да? Мы сейчас проговорили все основные задачи, которые есть в NEMO и которые сейчас, в принципе, и в сфере. Их, конечно, много, еще движется research в разные стороны и улучшаются все эти направления, так что можно подключаться. А модели, углубимся, как они работают в NEMO для распознавания речи. Те три модели, которые эволюционировали одна из другой, Jasper была первой. Что она делает? Она берет нашу спектрограмму, делает поверх нее конволюцию, вытаскивает какие-то фичи, обычную конволюцию. И вот тут блоки... сейчас тут у нас есть BNR. Да. Вот как раз у нас есть название Jasper BNR. 15 на 5, я помню, вот я объяснял вам, почему такое, откуда такое название. У нас есть количество блоков с конволюциями внутри, нелинейностями и бач-нормам, которые повторяются один за другим. В данном случае количество блоков B внутри этой сети, то есть 15 раз, в тех примерах у нас было 15 раз конволюционный блок повторится подряд, и в нем внутри одни и те же составные части, конволюция бач-норм, релу и какой-то dropout. А плюс еще skip connection и такие резидуалы, которые позволяют пробросить фичи с предыдущего слоя и градиенты, упрощают проброс градиентов при обучении. В принципе, все. И внутри вот каждого такого блока, одного из 15, мы делаем, повторяем внутренний блок, берем число второе 5 раз. То есть у нас было 15 на 5, мы 5 раз повторяем просто связку 1D конволюция, batch norm, reload, dropout. На каждом этапе, после каждого блока на выходе у нас получается
матрица вот такого же размера, как спектрограмма, просто с количеством фичей в глубину немножко другим, да, потому что мы вытягиваем все больше каких-то фичей, в конце обучаем CTC-лоссам, про него я сейчас не рассказываю, посмотрим, может быть время, но может бегло проговорим. Это отдельная тема, про которую есть ссылки, по которой нужно почитать. Она очень популярна в сфере ISR и в сфере OCR, распознавания текста. Давайте еще поговорим про это чуть позже, просто пока что про конструкцию самого основной сети. То есть еще раз, есть входная спектрограмма, мы делаем конволюцию и дальше просто фичи складываем опять в каналы в глубину. При этом сама по ширине и высоте матрица остается такой же, и мы ее просто двигаем дальше по нашей сети в глубину. А в конце такого же размера матрицу мы преобразовываем к нашему словарю. То есть мы вытаскиваем, предсказываем для каждого после конволюции кусочка отдельной буквы. Кварц. И да, вот это то, как выглядит работа. А, я вот тут неправильно показал, это не кварцнет, это Jasper. То есть у нас есть спектрограмма, делаем свертки, и делаем эту свертку, преобразуется. То есть из какой-то области мы вытаскиваем информацию в один пиксель. Все довольно просто. Дальше был кварцнет через год или через, по-моему, да, по-моему, через год появился кварцнет. Какое основное изменение в нем? Он стал в 10 раз практически легче, чем Jasper. При этом показывал такое же качество работы, или даже там чуть лучше, удалось его затренить. В чем основная его фишка? Все то же самое, мы повторяем, делаем конволюцию, только и повторяем много раз блоки с конволюцией, одни и те же, только в данном случае у нас просто вместо обычной свертки у нас есть depth-wise separable свертка. То есть мы свертку декомпозировали на две основных части. Если кто-то знает про depth-wise separable свертки в CV, то это то же самое. Как это работает, я больше не буду сейчас углубляться вот в эту архитектуру на картинке. Все то же самое, да, как у Jasper. В чем отличие? Как я сказал, в определенном месте вместо цельной свертки в Jasper у нас есть depth-wise и point-wise свертка. Вот было как в Jasper. Да, мы каким-то окошком вытянули информацию со всей области вокруг и преобразовали ее как бы к одному значению в какому-то пикселю, одному значению в нашем выходе, как фичу какую-то, да, представили. А как действует теперь кварцнет? Он вначале делает отдельно свертки таким узеньким окошком, бегая по частотам, и затем у нас, ну, и на выход делая один пиксель. Да? То есть количество операций уже уменьшилось за счет того, что в предыдущем, в Jasper, мы делали свертку большим окном и много дополнительных пикселей считывали. И да, делали сверху поверх множество дополнительных пикселей. А в кварцнете мы вначале по отдельности делаем узеньким окошком свертку, потом вертикальным, опять-таки, узким окошком проходим поверх предыдущего шага вот этого. Это основной принцип depth-wise separable свертки, которые есть в CV и везде. Можно углубиться, почитать. Но суть в том, что она в результате показывает часто то же самое качество, просто она требует меньше операций, чтобы вытянуть фичи. Да? И, соответственно, сеть легче, меньше весов, и сеть в результате весит 10 раз меньше и классно работает. С ней могут быть проблемы в том, что у нас теперь одна операция свертки растянулась на две, разделилась, и вся сетка разделилась на несколько, такая в два раза в длину, как минимум, в плане количества слоев. И в результате градиенты будут чуть медленнее проходить, сетка может быть чуть дольше обучаться, и это надо учитывать. Но это основное изменение. И после вот этого у нас появилась сеть Citrinet. Я не вставил, к сожалению, картинку, не нашел основное изменение в Citrinet сети. А Citrinet – это улучшение нашего QuartzNet, когда опять-таки тоже блок повторяется несколько раз, внутри этого блока повторяется несколько раз свертки depth-wise separable. Только еще есть squeeze and excite блоки. Squeeze and excite блоки – отдельная просто фишка, такая мелкая, которая по умолчанию перевзвешивает и умножает на определенный коэффициент, но мне тут негде показать, определенные фичи после свертки в определенном слое. То есть мы просто домножаем, по умолчанию такая вещь, которая домножает наши фильтры на определенное значение, повышая значимость определенного фильтра, либо понижая значимость этого фильтра. И эта сеть работает еще лучше, и
Это основное изменение. Она еще работает на WordPress токенизации, не поверх дефолтных букв, но это мелкая вещь, которая пришла из NLP. В нее можно углубиться позже, если вы захотите. QuartzNet – базисная модель, которую я рекомендую использовать. Она легковесная, классно работает, и можно с ней экспериментировать. Есть уже много запретрененных версий. Показывает она классное качество. Сейчас я покажу метрики. Перед метриками покажу последнюю сеть, тоже свежую, которая есть. Это конформер, который сказал от Гугла, только обычная с CTC-лоссом. Основные фичи, мы тут в общем пайплайн, картинка оригинальная от Google, которая позволяет делать аугментации. И есть линейные слои в нем, есть конволюционные слои и есть attention. То есть в данной сети скомбинировали несколько версий различных слоев, чтобы более оптимально, да, выбрать фичи все возможные разными способами, да, из нашей звуковой дорожки. И в данном случае был добавлен attention и просто линейные слои. И они хорошо работают. Что дальше? Дальше покажу метрики. Все ISR, Automatic Speech Recognition, сети сейчас в основном оцениваются через VR-метрику. Что такое VR-метрика? Это Word Error Rate. Она представляет из себя количество ошибок, деленное на количество всего слов в правильной версии. Все. То есть количество ошибок – это количество опечаток, да, количество удалений пропущенных слов, которые мы не детектили, и количество слов, которые наша сетка придумала, хотя их на самом деле не было. И вот примеры каждого, да, то есть удалений, то есть мы не задетектили слово small, это одно удаление, да. У нас есть вот пример добавленного слова waves, вернее small, которого не было изначально в результате, который мы ожидали, да, в размеченном тексте. И опечатки, которые считаются за ошибку тоже. В результате метрика VR это вот просто количество слов, количество вот этих ошибок делено на количество всего слов, которое должно быть в самом правильном результате, в разметке. И вот результаты. У нас есть QuartzNet, который показывает VR от 3 на разных датасетах. Я буду от 3-4 до там 11. Количество процент слов или процент пропусков таких ошибок и опечаток. Есть конформер, который работает лучше, но он потяжеловеснее, там есть трансформеры и трансформер attention модули. И есть Citrinet, это взято прямо из статьи Citrinet, который довольно хорошо показывает на LibreSpeech, это такой известный датасет, базисный, который можно сейчас широко известный. Есть датасет от Mozilla, есть датасет LibreSpeech, и на которых можно быстро просто обучаться. И на которых производится сравнение чаще всего. И вот Citrinet, который показывает довольно хорошее качество, самый большой, 2.5 VR и 6, что примерно сопоставимо с конформером. И вы можете просто в зависимости от вашей задачи выбирать то, насколько большая вам нужна сеть, как хорошо сеть работает уже предобученная, да, для русского языка, тот же QuartzNet, допустим, или нужно ли брать Citrinet, либо QuartzNet какого размера и какой VR показывает предобученная версия, как ее дальше изменить, добавить еще блоков внутри дефолтных, да, которые мы рассматривали, или нет, вот таких, чтобы улучшить качество. Все это гибко настраивается в процессе обучения, и результаты очень хорошие. Дальше. Все эти Matchbox.net — это классификация различных аудио, да, вот событий в речи или в звуке. Конструкция сети абсолютно такая же. Все те же свертки, просто у нас есть кросс-энтропия вместо CTC-лосса. Мы просто как бы делаем либо бинарную, либо мультилейбл кросс-энтропию и детектим тот класс, который у нас был задетекчен на данном фрагменте. И все. Абсолютно та же конструкция. Внутри вы можете использовать как Jasper, как QuartzNet, так и Citrinet. Да? Поэтому я начал с них рассказ. Ну и Speaker Recognition – это несколько сетей, которые позволяют распознавать, что за спикер сейчас говорит, но тут нет архитектуры. Те же сети могут быть использованы.
Voice Activity Detection про задачу, про которую я уже описал, просто это наглядное представление, что у нас есть какие-то речь, записанная аудиодорожка, вот она, и мы видим, что человек говорил, скорее всего, вот тут, 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 там и где-то еще. Может быть, вот тут это шепот тоже, да, очень тихий. Есть отдельная сетка, которая вот детектит, учится детектить правильные места, которые нужно, да, сегментировать и потом для них работать, с ними работать, как с участками, где есть речь. Есть еще в NeMo отдельные инструменты, которые позволяют вам просто работать с датсетом. Есть Aligner, это инструмент, который позволяет взять большой, я не знаю, подкаст, допустим, и обучение сетей вообще сейчас происходит вот этих, которые мы рассматривали, на фрагментах звука. То есть мы фрагменты звука подаем и фрагменты текста подаем. Нет пока что таких, и у меня нет примера даже такого, когда брали просто огромный подкаст, целиком всю большую спектрограмму запихивали, все эти потом долго обрабатывали, долго считали CTC-лосс, который может от длины считаться дольше, там у него своя особенность, конструкция, но чаще всего делают какие-то фрагменты, делят окошком нашу входную речь и обучают наши сетки кусочками. И вот Aligner позволяет разделить большой текст на несколько фрагментов. Есть отдельно Explorer, такой как бы инструмент для обзора ваших аудиоданных. Посмотрите, какой там алфавит, распределение различных гистограммы, построить спектрограммы, послушать примеры вашего текста, как они звучат, какие есть, ну, чтобы проработать его, какие есть ошибки, можно наложить даже какие-то фильтры и в этом роде. Удобные дополнительные инструменты. Что хотел сказать, что да, NeMo стоит использовать, как я сказал, SOTA методы для SR, NLP, text-to-speech есть. Есть предобученные модели, можно контрибьютить в любое из этих направлений, можно делать что-то свое, дописывать модули аугментации, которых нет, дописывать различные новые архитектуры сетей, делать pull-реквесты, какие-то инструменты придумывать для или дорабатывать инструменты для анализа аудио и все прочее. И это все очень приветствуется, и команда NeMo будет рада и благодарна. Это, да, это ссылка на GitHub. И, наверное, все. Это мой email. Если у вас есть или будут вопросы, пишите, буду рад ответить на них. Я хотел, у нас еще есть время, я хотел показать пример теперь Jupyter ноутбука, который... Вот, я сейчас скажу, вот папка NeMo, сейчас, подождите, я скрою, хочу показать просто конкретный пример. Не сворачивается верхнее окошко, мне мешает. Сейчас, подождите. Допустим, так. У нас есть NeMo на GitHub, я просто хочу показать репозиторий. В нем есть различные ссылки, во-первых, на документацию, как запускать тот или иной пайплайн, NLP, speech или там speech recognition, speech synthesis. Есть отдельно папка tutorials, где вы заходите в данном случае в ISR. И у вас есть ноутбуки, которые можно пройти прямо сейчас, в которых используются уже притрененные модели, и вы можете там затестить свой ISR pipeline модель, быстро вникнуть в код, как начать обучение ISR модели распознавания речи, либо есть ноутбуки онлайн с припиской онлайн. Это когда вы через микрофон чаще можете, например, подать, ну, то есть подключить микрофон, общаться, передавать звук, и у вас в онлайн режиме будет идти распознавание вашей речи. И примеров много, практически под все задачи есть Voice Activity Detection, агментации, шумовые различные, как накладывать. Все очень классно мейнтейнится, саппортится и обновляется под новые версии. До недавнего времени, важно еще хотел сказать, у нас была NeMo версии 0.9, и совсем недавно, скажем, мы вышли в версию 1.что-то, X, в данном случае 1.1 сейчас есть. Это такая более стабильная версия с устаканенным API, который уже можно брать смело, и API, если, ну, не должно меняться сильно, может быть, у команды, конечно, как у всех команд, может быть, когда-то какое-то ответвление, возможно, это будет версия 2 отдельная, версия NeMo, но сейчас это стабильная версия, в которой можно начинать глубоко разбираться, потому что API не будет сильно меняться. В tutorials мы еще раз разберем
простой ASR первый, ну не простой, а самый первый ASR ноутбук для распознавания речи. Вот это же самый репозиторий NEMA, который я скачал себе на машину с GPU V100 с 16 гигабайтами. А в начале ноутбука есть информация, как установить NEMA, какие дополнительные библиотеки в Python нужны. А тут есть, сканчивается конфиг одной из моделей нейросетевой. Сейчас я зайду. Tutorials ASR. Вот конфиг QuartzNet, это 15 на 5 как раз таки, это такой распространенный легковесный ASR-модель, алфавит, в данном случае она для английской речи предобучена, и это конфиг, ну, просто показывает в целом нашу модель, предобученный весом, стянем чуть позже. Вот в целом, как выглядит ноутбук. Общая даже информация про то, что такое ASR. End-to-end ASR через вот то, как он делается с помощью нейросетей. Рассматривается loss CTC, который вы посмотрите дальше. По сути, CTC loss – это основная проблема в распознавании речи, в распознавании OCR, делании распознавания текстов на картинках, в том, что в одной и той же, в один и тот же промежуток, в промежуток наших, в одной и той же размерности картинки или спектрограмме или кусочки речи в 10 секундах речи может быть либо очень много текста, если человек говорил быстро, да, либо очень мало, если человек говорил медленно. И, соответственно, бегая конной функцией по 10 секундам текстом, мы можем, лейбл у нас может содержать, да, разметка наша, может содержать либо 100 токен, 100 букв, либо 10, допустим, человек говорил буквы в секунду. И проблема в том, что в классических, обычных там, в конволюционных, например, моделях в Computer Vision у нас часто такое, что мы из картинка, картинка это какая-то стандартная размерность, мы вытянули из нее фичи и можем там классифицировать. В данном случае разметка, то есть это там класс, допустим, или bounding box на поверх вот этой нашей сетки в картинке, когда мы детектим какие-то области. В данном случае лейбл может меняться. CTC loss – это особенный лосс, который был придуман для того, чтобы понимать, насколько работать с различными размерностями выходов, да, такими динамическими, которые могут в один и тот же участок времени поместиться, и считать правильно ошибку, да, вот для таких сентенсов различной длины. Про это вы можете посмотреть, там есть несколько ссылок, в него можно, нужно углубиться, если вы хотите заниматься ASR, я сейчас не буду, есть, ну, на мой взгляд, хорошее объяснение по тем ссылкам, которые я прислал. Начнем мы просто пример обучения простой ASR-модели QuartzNet. Мы скачаем UNFOR датасет. Это датасет от Carnegie Mellon University, который содержит простые короткие фразы, адреса, имена, телефонные номера и все прочее. И простые короткие файлы. Ну, то есть аудиофайлы с этими данными. Датасет скачан. Сейчас я его зайду, покажу. Вот есть аудиофайлы, train и test, хэш их и различные звуки во формате, которые сейчас, кстати, тут, по-моему, SPH изначально формат идет, и он, по-моему, конвертируется в WAV дальше. Да. Вот. Просто звук, его можно послушать тут, но вы, наверное, это не услышите сейчас, не знаю. Ну, в общем, Глен говорит слово по буквам. И все, как бы, все фразы очень простые и короткие. Очень хороший датсет для теста, быстрого теста просто ваших гипотез обучения, просто проверки пайплайна и каких-то минимальных примеров, как работать с данными. Дальше мы берем и строим. Есть библиотека Libros, про которую я не говорил пока что, но вот я оставил для как раз примера кода. Это библиотека, которая содержит очень много инструментов для преобразования работы со звуком, преобразования звука в различные спектрограммы с различными там и наложение различных эффектов, все просто прочего, анализа звука и все в этом роде. В данном случае мы передали это слово Глен по буквам в нашу библиотеку Libros и построили как бы вообще амплитуду от времени, то есть насколько сильно, по сути, звук давил на перепонку на микрофона, по-простому говоря, если очень. А дальше
Стандартом в сфере ISR является работа с спектрограммами. Да, я про это говорил. Сейчас объясню, почему. Амплитуда относительно времени хорошие данные, да, но суть в том, что эти данные можно, используя Фурье преобразование, разложить на частотные составляющие. То есть, по-простому говоря, вот эту волну, вот этот входной звук можно представить комбинацией различных волн на различных частотах. Комбинации различных волн с различной амплитудой в различное, да, время. То есть вот в данном случае у нас по вертикали это наши как бы частоты, по горизонтали это время. Мы использовали Броса, разложили, используя Фурье преобразование, наш входной сигнал на составные части, да, по различным частотам. И силу в конкретный момент времени на этой частоте звука, да, вот, в этот конкретный момент времени. С такими данными, более развернутыми, да, в 2D, более глубокими, с картинкой о том, каков был сигнал на низких частотах, каков был на высоких, какие составные части, да, конволюционные сети работают намного лучше, и более точные предсказания могут быть сделаны. Поэтому это является стандартным сейчас в сфере. А дальше что мы сделаем? У нас есть уже, в принципе, частоты, с которыми, ну, такой спектрограмма, так называемая частота, с которыми мы можем работать и подавать в наши сети. При этом дальше мы применим еще, сделаем мел-спектрограмму из нашей спектрограммы. А что это такое? Простыми словами буду объяснять. Суть в том, что вот это, то, что мы сделали, это просто математический способ представить наш входной звук, разложить его на какие-то базисные составляющие, которые в комбинации дадут нам опять этот составной, ну, наш звук. Это сделано для того, чтобы классно нейросети распознавали все. Но суть в том, что человеческое ухо и человек в принципе слышит на разных частотах по-разному. То есть мы намного лучше распознаем высокие частоты и звуки в диапазоне высоких частот. И наше ухо более хорошо распознает, где, как, что, ну, то есть две высокие частоты могут быть намного более хорошо распознаны ухом, чем две низкие частоты. Это наша особенность физиологическая, да. И мел-спектрограмма получает из обычной спектрограммы наложение просто определенного фильтра на наши частоты с целью такой, чтобы подстроить вот эту спектрограмму под наши биологические особенности и какие-то участки спектрограммы растянуть. В данном случае высокие частоты, потому что наше человеческое ухо более хорошо их может распознавать, и мы их растянем по вертикали. То есть вот тут они выглядят так, узкая такая область. А в данном случае мы их размазали, как бы и растянули, но не размазали, растянули чуть более по горизонтали, больше сделали акценты на них. Соответственно, низкие частоты нами хуже распознаются. И в данном случае мы их, наоборот, сузили, то есть сжали. Это мел-кипстральные, ну, фильтры, это умеет делать, или бросы там в одну команду позволяет это сделать. Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы наши ISR и нейросетевые пайплайны умели общаться с нами, потому что мы с ними общаемся, и нам нужно уметь... Мы хотим, чтобы они распознавали речь так же, как и люди распознают, как и мы сами распознаем. Поэтому логично приводить звук, подавать нейросети тот звук, который мы сами бы и услышали на самом деле, а не просто какую-то математическую функцию, как-то мы представили звук и, да, и просто отдали сети. И это, ну, то есть позволяет работать со звуком с точки зрения такой оптимальной, и это является опять-таки стандартом. В результате у нас есть такая картинка. Работать можем как с картинкой. И дальше в данном случае мы наложим кварцнет. Давайте я сейчас выполню эту ячейку. Применять сети, допустим, Jasper кварцнет. В данном случае кварцнет, про который мы уже разговаривали. Конволюции идут просто поверх нашей спектрограммы, мел-спектрограммы. А вот мы начинаем импортить. До этого мы работали с Libroso и WAV-файлом. Мы просто получили спектрограмму. В данном случае у нас есть... Мы импортим Nemo ISR модуль. NEMO ISR, потому что есть еще NEMO NLP и NEMO TTS для NLP задачи text-to-speech. Дальше мы импортим модель encoder-decoder QuartzNet.
Тем более мы импортим ее from pre-trained, да, то есть мы делаем, скачиваем предобученную версию модели английской. Возможно, я уже... у меня куда out of memory, потому что я уже наэкспериментировался. Дайте перезапущу ноутбук, еще раз быстро пройду по этапам. Это недолго времени займет. Окей. Еще раз, сейчас пару минут. Скачали данные. Это нам не надо. Спектрограмму. Получили, наложили фильтры и растянули какие-то участки. Сжали что-то. Дальше Nemo импортим. QuartzNet модельку скачиваем. Она скачивается с NVIDIA ресурса предобученная. И дальше мы наш вот этот же аудиофайл Glen подаем, можем уже делать, вызывать метод для нашего QuartzNet, это transcribe, то есть транскрибировать, по сути, да, из аудио в текст. И у нас получается вот результат Glen. То есть все работает. Обучение from scratch. При обучении мы должны сделать файл, который состоит вот из таких строк, как минимум. А в нем по порядку одно за другой идут строки, в которых указано JSON-формат. А в JSON-формате указано путь до аудиофайла, продолжительность этого аудиофайла, чтобы не расти, Nemo знать, как много придется оконных передвижений сделать, когда мы двигаемся по тексту. А продолжительность и текст, который соответствует этому, то есть разметка. И все, этого достаточно. В данном случае A4 dataset, по-разному не суть, он содержит, он немножко в другом формате хранится. Тут есть функция, которая показывает, как просто для примера сгенерировать из нашего A4 dataset dataset в JSON формате. У меня есть, сейчас я открою. Да, вот как оно, как dataset выглядит в оригинале разметка, мы должны это преобразовать в JSON-файлы, имя аудиофайла. Для этого функции они будут просто Python код, создается JSON-манифест, так называемый манифест, это как раз таки описание датасета. Сейчас я покажу. У нас он лежит... Вот тут, да. Тест-манифест. Давайте откроем с титром. Вот мы получили наш датсет и нашу разметку. Для каждого аудиофайла вы видите, да, фразы очень простые. Но дальше у нас есть конфиг, который я показывал. Конфиг QuartzNet модели, который мы стянули. Вот он. Тут указано много параметров модели. Batch size, sample rate, максимальная продолжительность текста, с которой может работать наша сетка. Дальше она будет обрубать, как я говорю, у нас есть окошко определенного размера, ну, либо дальше будет просто перемещаться она, либо обрубаться. Но вам придется, то есть, это сконфигурить. Дальше есть препроцессинг, аугментации, как вы хотите, как раз-таки, как применять и применять ли. И конфигурация сети, сколько блоков, как размера фильтры конволюционные и все прочее. В это можно углубиться будет позже, но суть в том, что у нас есть конфиг файл, мы его считываем. И теперь мы хотим обучить модель from scratch с нуля. Мы объявляем тренер из PyTorch Lightning. Говорим, что количество GPU, которое нам нужно, количество эпох. Датасеты указываем. И передаем модель, в данном случае модель опять QuartzNet, только не на предыдущем этапе мы указывали модель претрененную. В данном случае мы просто инициализируем из конфига как бы пустую модель с рандомными весами. И мы запускаем обучение. Trainer fit. Тут должен идти обучение. То есть есть логи про то, что какие-то методы устаревают и все такое. Будут удалены версии 1.4. Я не буду сейчас ждать весь пайплайн обучения. И дальше, что классно еще, что сохраняется
в Tensorboard логи. Можно их посмотреть. И вот пример запуска скрипта. Сохраняются веры, ну то есть ошибки, лоссы для теста, валидации, да, трейна. Дальше есть возможность конфигурить модель. Тут показан пример, как через config файл YAML, так и отдельно параметры потом заимпорченные уже менять. То есть мы делаем копию нашего конфига, про оптимайзер конфига того, какой у нас learning rate, какие беты и все прочее. И меняем learning rate, хотим поставить другой learning rate, 10 раз меньше. Это можно делать и в коде. То есть это пример того, что конфиг можно менять и в коде, если у вас есть какой-то пайплайн, вам так удобнее. Дальше мы делаем inference. То есть уже предобученной модели вот этой. Опять вызываем для нее метод transcribe и передаем пути до WAV файлов. В данном случае пустые строки, потому что я просто не обучил модель. Если обучить, то все будет норм. Есть отдельно код для того, чтобы считать вер. А вот тот word error rate, то количество ошибок, которое наша модель сейчас делает в нашем там валидационном, допустим, или в тестовой выборке, или да, в train, но train не особо часто меряет. И в модель встроен вер модуль. Вот я покажу важные части, где мы в цикле, бегая по батчу, тестовому уже в данном случае, подаем его в модель и апдейтим вер, передавая таргеты и предикшены, которые получили, и таргеты, которые должны были быть. То есть мы из теста его считываем вот тот манифест файл, который мы видели, и просто подаем в модель, и все довольно просто. И вер считается. В данном случае вер 1.0, это значит, что у нас 100% ошибок, но это опять-таки из-за того, что я просто не добучил модель. Есть пример того, как добавлять аугментации. Мы видели в конфиге, что есть спек-аугмент, вот как раз-таки наложение, выдирание определенных частот из спектрограммы или выдирание кусков по времени, да, каких-то букв, фраз, кусочков каких-то, да, букв речи, как будто бы сигнал обрывался. Это есть, и можно его конфигурить опять-таки через конфиг, либо через код. Есть возможность сделать transfer learning. Мы предобученную сеть с английского языка можем брать, вот как было в предыдущем этапе. Вот он. И брать эту сеть. Да. И дальше, если мы хотим обучить ее на новый язык, допустим, на русский, мы добавляем, просто делаем, вызываем метод, допустим, change vocabulary, меняем, по сути, голову, да, нашей сети на просто на новый словарь в конце, чтобы мапить все вот эти конволюционные, да, наши фичи, вытянутые конволюционными фильтрами, мапились теперь в новый датасет. Тут датасет, тут пропущена, по-моему, какая-то буква или добавлен восклицательный знак, что-то такое. То есть он отличается от оригинального. Мы можем прописать также русский датасет, добавить теперь русские данные на вход и запустить обучение. Модель будет хорошо файн-тюниться. Про это есть блокпост, который в одной из ссылок представлен. Вот. И дальше мы устанавливаем там тренинг дата, опять валидационная дата, и запускаем fit. То есть теперь fine-tune мы опять делаем, только, ну, делаем fine-tune, запускаем обучение только для уже предобученной модели. Опять не буду ждать, хотя тут мне, наверное, куда опять не хватает памяти. Нужно было. Да, мне не хватает просто памяти. Просто нужно было удалить предыдущую модель. А для фаст-тренинга есть пример кода, как обучаться в Mixed Precision, как обучаться на нескольких ГПУ. Есть примеры дополнительные. Есть пример, как задеплоить модель. Очень классно то, что в презентации почему-то я куда-то делал слайд про то, что сети из NEMA можно конвертить в Onyx. Onyx формат – универсальное такое представление, которое позволяет из Onyx формата сеть может быть сконвертировано в другие фреймворки, может быть оптимизировано Onyx Runtime Optimizer или NVIDIA TensorT, или, сейчас я извиняюсь, покажу, мне должно было быть это в презентации. Да, странно. Sorry, но я расскажу тогда голосом, что Onyx формат очень классный тем, что да, для него есть много инструментов по поводу управления графом, конвертации в различные форматы, оптимизации с помощью NVIDIA TensorT. NVIDIA TensorT работает, может оптимизировать NEMA модели, выжимать из них еще больше скорости, хотя они и так там могут быть маленькие и классно работать. В данном случае приведен пример, как просто нашу предобученную модель взять и заэкспортить
Вот у нас есть QuartzNet, который экспортится в Onyx модельку, и дальше вы можете его передавать куда угодно, делать с ним что захотите, переводить в другой фреймворк, переносить на какой-то девайс, который есть библиотека для того, чтобы инференсить Onyx модели. И в данном случае запускается инференс еще просто отдельно через Onyx Runtime библиотеку, которая позволяет инференсить сеть через, ну, на ЦПУ или на ГПУ. И это, наверное, все, что я хотел рассказать. Да, наверное, это все основное. Ну, тут есть про то, что NEM open source, он очень гибкий, вы можете дописывать, но я про это говорил, очень много своего, если захотите. И это все, что хотел сказать. Если есть вопросы, задавайте. Сейчас я пытаюсь, я не знаю, есть вообще чат или нет. Денис, большое спасибо за классное выступление. Да, ребят, задавайте вопросы Денису в чат или можете просто включать микрофон. Да, в чате пока вопросов, как я вижу, нет. Да, любой фидбэк приветствуется. Что-то еще бывает, помимо мел-спектрограммы? Я, честно, не скажу сейчас. Мы можем посмотреть, но лучше залезть на GitHub, посмотри. Просто я ISR-модели обучаю не часто и больше экспериментирую с ними. И все последние разы, когда я использовал, мне нужна была мел-спектрограмма. Возможно, есть какие-то кейсы, про которые я не знаю. Да, надо посмотреть просто в документацию к этим модулям. Там есть очень много различных вещей. И, да. Спасибо вам, спасибо. Да, вам спасибо за присутствие. Пишите, контрибьюйте, это очень круто. Дописывайте свое. Это ценится в ну, то есть при подаче, при, ну, при подаче своих куда-нибудь в поступлении в вуз или куда-то, если вы хотите поступить на работу, устроиться в компанию, все open-source штуки, любой дописанная вещь в той же аугментации, это очень круто и очень полезно. Денис, можно тогда я вопрос задам? Я на самом деле более-менее стараюсь почти всем задать, потому что многие ребята интересуются и спрашивают. Так как у нас много начинающих, скажем, специалистов, то есть ли какие-то интересные программы, проекты от NVIDIA, куда можно там заджойниться, типа стажировок, может, каких-то других программ, что-то такое? Очень офф-топ вопрос, но, может быть, что-то такое знаете интересное, чем можно поделиться с ребятами? Сейчас, NVIDIA, я взял телефон, я сейчас посмотрю, у меня был просто апдейт. Минуту. Сейчас. Да, конечно. Программы бывают. Я видел, что сейчас есть NVIDIA и MFTI создали вообще магистерскую программу, но я думал, почему мне казалось, что, возможно, это высшая школа экономики или... Но, в общем, да, NVIDIA и MFTI сделали магистерскую программу. Есть, они появляются нечасто, и они появляются так отдельно в отдельных уголках мира. Поэтому я не могу сказать, что есть централизованный ресурс от NVIDIA. Mm-hmm. По крайней мере, я такой не видел, чтобы как-то отслеживать все прям апдейты со всеми институтами, какие-то коллаборации и все прочее. Но вот можно загуглить, писать нам, если вам интересно. Вот пока вот таких, то, что сейчас происходит в России, пока я не слышал, кроме вот этой коллаборации с МФТИ, которая активно сейчас идет. Но да, вот самый активный путь, если вам действительно интересно, вы действительно хотите примкнуть к NVIDIA и
быть полезным и да, поработать с нами, то выбрать проект. Лучше всего это выбрать проект open-source, который, куда можно законтрибьютить и просто участвовать в разработке. И это крутая вещь, которая очень поможет. Спасибо. Ну, если у вас что-то будет появляться в будущем, вы всегда можете нам прислать. Да, окей. Я понял, Сергей, буду иметь в виду. Обязательно. Потому что и ребятам тоже, участникам будет достаточно интересно узнать о каких-то там дополнительных возможностях. Да, понял, согласен. Так, у кого-то, может быть, все-таки есть еще какие-то дополнительные вопросы. У нас еще 10 минут есть свободных. Так что можете смело задавать, может, какой-то офф-топ. Можем попросить Яндекс, если у них есть возможность чуть раньше, допустим, присоединиться. Да, привет, Леш. Сейчас я посмотрю, но я пока Андрея не вижу. Да, сейчас посмотрим. Да, привет, Алексей. У меня, да, чуть короче вышло, чем ожидалось. Привет. Дмитрий, я так понял, он рассказал про вот возможность подключения к ресурсам NVIDIA, вот эти коды, которые с Настей Зориной. То есть это там он уже был, да? Да, можно про это еще раз. Да, Дмитрий рассказал про DLI. Это отдельная классная штука. И там есть про TensorT, вам должны были, наверное, предоставить какие-то. Есть отдельно у университетов возможность, наверное, сотрудничать и вот получать доступ к этим DLI. Я рекомендую. Это очень хорошо, что ты сказал про это. Если есть возможность университета как-то, да, есть выделить на это какой-то бюджет, при этом наверняка университетам мы помогаем по каким-то там определенным программам это интегрировать. NVIDIA DLI – набор курсов с Jupyter ноутбуками просто на несколько часов по различным темам. CUDA программирование, мульти-ГПУ, CUDA программирование, различные обучения в поверх кластера, ускорение нейросетей в TensorT, который Дима читал. Очень много всего, построение видеоаналитик пайплайнов. И это очень такая бодрая штука для того, чтобы прям сесть, погрузиться на 2 часа в интересующую вас тему и, ну, прям уйти с багажом знаний. Очень классная вещь, которую я рекомендую. И да, вот это можно тоже университетам отдельно как-то вот обсуждать, интегрировать. Да, я закинул в чат еще раз эту ссылку, если кто-то, может быть, не увидел в других ресурсах. Да, да. Да. Можете перейти. В принципе, ребята, на этот счет еще отдельный чатик создали. Если я сейчас найду его, тоже постараюсь прислать. Да, вот нашел чат еще. Анастасия скидывала его тоже. Можете присоединиться, подробнее про это узнать. Да, если это тоже есть, если что, пишите. Так, все. Я, наверное. Да. Денис, большое спасибо еще раз. Да, вам спасибо, что пригласили. Давайте, да, всем удачи, всем спасибо. Пока.